Привет, аниграманы, и сегодня мы с вами опять возвращаемся в игру под названием KitKat Builder. Вот так вот. Разработчик мне в личку в инсте написал, что он сделал обновление и попросил меня сделать обзор на эту игру. Так бы эту игру я уже не снимал бы на своем канале, потому что, повторяюсь, 2D игры мне не очень нравятся. Но есть там исключение, я и говорил в прошлом видеоролике про эту игру же. Он сказал, что добавил в обновлении что-то новые миры, гаражи. Короче, нажимаем на кнопочку Map. Я уже не помню, было ли в первом, ну, вообще в старой версии вот эта вот функция. Здесь можно покупать всякие гаражи. Вот здесь, допустим, 500 тысяч долларов, наверное, так скажем. 500 тысяч долларов стоит гараж. Не, это уже слишком. Пусть будет валюта в рублях, короче. 500 тысяч рублей. Хотя не понимаю, как или здесь в долларах, рублях, или что, в пенни, или в злотых. Разработчик мог бы это и уточнить. Я думаю, он посмотрит этот видос и уточнит в обновлениях следующих, если он, конечно, будет их выпускать. Так вот, он меня попросил, чтобы целью данного видео, которое я сейчас снимаю, я купил гараж. И вот я накопил монеток. Я смотрел просто рекламу за монетки. Мне почти все время лезла реклама Фейсбука. Так вот, здесь можно выбрать консол. Наверное, самый дешевый гаражик этот, я смотрел. 35 тысяч, пусть будет рублей пока что. Смотрите, здесь гараж стоит 500 тысяч рублей. Здесь 35 тысяч. Жалко, карту нельзя приближать, чтобы более рассмотреть картинку в этом, так бы сказать, маркере. Ну, покупаем самый... Стоп, а сколько здесь еще стоит этот? 400 тысяч рублей, 95 тысяч рублей, 200 тысяч рублей, 3 миллиона, нет, 30... 3... Блин, цифры не очень хорошо знаю, блин. Короче, 300 тысяч... Да, 300 тысяч рублей. Нет, стоп, я не понимаю... Это 8 цифр или 0? Это же 35 тысяч, а не 3580. Это же не 35 тысяч, 888. Нет? Это же нолики, да, надеюсь. Потому что я накопил, смотрите, 23 500 долларов. А, значит, тут валюта в долларах, в принципе. Ну ладно, это все стоит доллары. Хочу купить, кнопочка buy почему-то не работает. Может, Айка Лук нужно нажать? Вроде телефон не завис. А почему она не нажимается? Это же самый дешевый гараж, который могу я купить. Смотрите, за просмотр одной рекламы, которая длится... Мне сначала где-то 10 реклам подряд попалась реклама с Фейсбука на 30 секунд, потом 2 рекламы в подряд на 5 секунд всего лишь. Не, они шли где-то секунд 10, или может 20, может даже 30, но их можно было пропустить сразу через 5 секунд, и тебе дадут награду. Я где-то 25 минут тупо сидел и включал рекламу, чтобы получить монетки, в итоге я ничего не могу купить. Мне очень обидно. Может, нужно нажать... Давайте сначала build car. Ну, давайте это построим. Нажимаю кнопочку build, она не работает. Угу. Почему-то я ничего построить здесь не могу. А я уже даже не помню. Я же строил, кажется, эту машинку был. Reward 1200. Это типа я построю за 1200. Не очень врубаюсь. Dream, то есть мечта. Ну ладно. У меня 7-й левел. Нам сек, что-то доллары тут. Гараж. Давайте, ладно, здесь купим гараж. Добро, а можно посмотреть, да? Блин, у меня же 3500 долларов. Почему я не мог просто нажать гараж, не сразу покупать, а просто посмотреть на картинку как бы гаража? Потому что я не очень вижу в этом маленьком иконке, этой маленьком окошечке, точную картинку гаража. Ну вот, я уже купил гараж, блин, первый, кажись. Ну ладно, пусть будет этот. Пусть будет этот. Хотя, наверное, разработчик хотел, чтобы я здесь купил гараж, но простите, мне тогда нужно будет... Хотя, стоп. Это же стол или это 35?
Стоп. У меня же было как это? Блин, точно, вот я лоханулся. Мне же... Тут я лоханулся, немножко затупил. Мне же было максимум 2-3 тысячи долларов. Но знаете, у меня просто терпения больше не было смотреть рекламу. Не было терпения. Здесь еще есть донат, но нет, я в 2D игры не доначу, извините. Да я редко доначу видеоигры. Очень редко. Тем более эту игру мне просто попросили заснять. Ну ладненько, вот имеем такой вот гаражик. Наш герой просмело снизывает плечами. Ну, что я еще могу поделать эту игру? В этой игре. Странно. Теперь понятно, почему я не мог купить тот гараж, потому что мне просто было недостаточно монеток. А take a look. Опа! Да ладно, вот это уже я могу посмотреть. Да ладно уже. Кнопочка take a look уже работает. Круто. Тупо могу посмотреть. Вот посмотрите, я не могу так с этим гаражом вот нажать на вот этот вот гараж и посмотреть полностью его картинку. Нет, нельзя. Ну тут типа нужно строить машинки. Дайте мне хотя бы что-то построить. You don't have enough details. А, у меня не хватает деталей. Yeah, у меня 7000 деталей и 0 долларов на балансе. Круто, зашибись, четко. Надеюсь, я их не зря потратил. Car details. Details плюс 1000, приз 5000. То есть мне дается одна деталька стоит... А, 500 долларов, окей, хотя бы не 5000. Фух. Ну, ценовая политика здесь с гаражами мировыми, так бы сказать, уж слишком. Нужно было уменьшить цену. Не очень пока что шарю эту игру, но теперь, наверное, можно, да, строить. Разработчик сказал, что я могу ускорить постройку машины, если буду нажимать на машину. Посмотрите, я сейчас не кликаю на экран, только я тыкаю на этот гараж. Посмотрите, видите, какие-то циферки в стороны разлетаются. Это типа так ускориваю процесс. Круто, четко. Странно, что у меня еще правая рука не накачанная после того, как я так тружусь. Так работаю, работяга. Целый день вкалывал. Себе молотком по левой руке. Посмотрите, я будто тебе по левой руке бью молотком. Часики есть весь в мазуте, в масле там машинном черном, просроченном. Видно сразу работяга. Ну, будто глазу... Разработчик, было бы неплохо, если бы ты еще глазами доработал. И рот. Это не рот, по его бороде видно, будто он улыбается. Ну, типа рота. Я рта-то не вижу. Целость кар, такс. $1 это ревер 1200, чего-чего. Нажал sell. И где-то машина находится. И, кстати, если я механик, ко мне по идее должны как бы и другие пациенты загонять машину. Так почему бы не открыть, ну, клиенты эти, смотрите, не открыть вот этот, чтобы дверь гаража, на который был нажимал, вот этот беленький, чтобы он не открывался, и сюда не заезжали машины, я их поремонтировал. Почему я должен именно сам нажимать на... Ой, куда нажимать? На build car, сам выбирать машину, пусть будет рандомно, пусть ко мне будут приезжать клиенты, а не я сам буду, так бы сказать, к себе приезжать, реально. Вот эти вот двери открывались, подъезжал один пациент, я ему ремонтировал машину, он отъезжал, давал задний ход, я отъезжал, приезжал другой через некоторое время, или через несколько секунд. Ну да, через зависит время тоже, типа, кто-то приедет через 5 минут, кто-то может через несколько секунд. И чтобы максимально, можно было ждать 1 минуту, потому что это как бы не очень интересно, думаю, ждать больше. Ну типа реально, так было бы очень реалистично. Или что время можно было за деньги пропускать, но взамен ты получил бы больше, когда ремонтировал авто. О, у меня уже есть $1200. Ой, я могу это уже построить. А, у меня 2000 деталей и $1200, круто. Давай, братанчик, я тебе помогу своей рукой, точнее, пальцем.
Да я могу хоть левыми... Я реально буквально левыми мизинцами ему помогаю. Видите, какой я крутой, прокачанный уже механик. Реально левым мизинцем нажимаю. Жалко, вы этого не видите. А, не, не очень удобно. Нажимаю... Не, буду нажимать лучше правым вверх большим пальцем. Ноги. Шутка, руки, руки. Вы, наверное, слышите, как я по экрану топаю пальцем, клацаю? А, кстати, теперь это не просто на гараж класс, а теперь на машинку. Видите, она выросла, теперь только на машину нужно класть, чтобы типа время больше, чтобы больше пролетало, как бы. Вот сейчас скло доделаем ему. Мы стекольщик, или как это? Скляр, или как? Селкар. Селчит. Ух ты, прикол. Вот это бизнес растет. Вот это бизнес, понимаю. Эти немножко освоился. Вот это можем, нет? Нет. Your level is too small. Мой уровень маленький. Ладненько. А какой мне уровень нужно? Тут же не пишет. 8-й, что ли? Ну так будет помаленьку процветать мой бизнес, как бы. И это все, на что способна эта игра. Ну, в принципе, да, прикольная задумка, но это как бы игра скучная, скажу. Лично для меня это скучно. Ты просто тупо стоишь, собираешь машинки, все больше ничего делать не можешь. Я так тебя чувствую здесь одиноко в этой игре. Кстати, как только когда только заходил эту игру, и я мог выбрать скин либо негра, либо белого чувака, за которого я сейчас играю. Ну, в принципе, эта игра классная зарядка для пальца. Сразу тремя пальцами я здесь клацаю. Не, четырьмя уже неудобно, не помещается. Все. Братан, тебе не стоит так к плечами, блин. Или ты, ты такую зарядку делаешь уже 24 на 7, кажись. Sell. 3900. Нажимаю на свой скинчик в левом верхнем углу экрана, там, где написано на level 7. Вот бы посмотреть количество опыта, когда я перейду на 8 уровень. Было бы прикольно, если бы разработчик это тоже реализовал. Вот бы это... Вот это вообще. У тебя уже простой работяга. Давайте это еще раз построим. Реально, мы сами выбираем машины. Лучше бы, чтобы нам просто подгоняли, а не мы сами выбирали. Реально, так не очень интересно. Ну, скучно уже, надоело как бы. Да, и с самого начала мне казалось, это игра скучная, скажу вам честно. Разработчик был мне еще предлагал заплатить, но у меня есть свои деньги. И пусть он свои деньги, которые хотел мне заплатить, потратит на свой проект, реально. Ему нужнее, я думаю. Ну так и есть. Наверное, вкладывает же какие-то деньги. Или чтобы ему на покушаться. Добрый челик. Селескар. Все. Быстренько ее построили, быстрее, чем тот гольфец, или что это? Это же не Volkswagen Golf, нет. Нет, это, блин, напоминает немножко мини-купер. Может, это мини-купер 90-х или 80-х годов. Все может быть, все может быть. Вот так и проходят наши обычные будни. Ну, это реально скучно. Взял... Тут основная задача просто тупо тыкать пальцем, реально. Игра уже надоела, мне я не знаю, даже буду снимать даже обновление. Если обновление будет прикольно. Конечно, выходить на улицу, чтобы ездить на машинках, я не предлагаю этой игре, не предлагаю разработчику делать эту игру, потому что типа, тут основная задача ремонтировать автомобили. Но вообще любой симулятор
механика, которую мы возьмем, неважно, на Android, на телефон он, или даже на компы, там какой-то платный, супер улетный график, он думаю, тоже будет скучно, потому что ты тупо будешь крутиться на одном месте, максимум ты сможешь там ходить, даже на компе, я про комп говорю, там, конечно, есть симулятор механика, максимум на несколько метров вперед, назад, влево, вправо ходить, и все, ремонтировать, гайки подкручивали или что там, ну, типа, ты будешь почти что все время на одном и том же месте. Поэтому это скучно. И неважно, играешь сейчас этот симулятор или какой-то на компе очень, ну, такой дорогой, с такой реалистичной графикой. Неважно. Поэтому, разработчик, не обижайся. Ну, эта игра не очень заходит. Вообще, я люблю, если... Вот если бы ты сделал симулятор вождения, то было бы круто. Ну, ладненько, наш герой. Ты продолжай делать тут зарядку, а я уже ухожу с этой игры. Думаю, достаточно видео, я уже записал на 15 минут. Тогда с тобой прощаюсь, мой дорогой зритель. Спасибо, что досмотрел этот видос. Тебе огромный респектос. И себе подписка, лайкос. А я с тобой прощаюсь и говорю тебе огромный досвидос.